выгодно. Покупать автомобили Рено в Нефтекамске. Терамобил на Янаульской 1А. Сейчас укушенная своей собакой женщина, проживающая в Косево по улице Пушкина, проходит курс лечения. Временами собака находилась на свободном выгуле. Тогда-то и произошел контакт с зараженным животным. Каким именно, сейчас установить сложно, так как инкубационный период длится до 2 месяцев. Специалисты предполагают, что это была лиса. В этом году всплеск бешенства не только в наших районах, но и в других районах. Это у нас, наверное, 11-й случай по республике. То есть дикие животные активизировались, у них всплеск бешенства, много лис, и, соответственно, вот происходит контакт с домашними животными, и, соответственно, бешенство у нас проявляется сроки там от 1 месяца до 3 месяца. Все зависит от места укуса. Чем ближе к головному мозгу, тем быстрее проявляется, соответственно, болезненные явления. Специалисты рекомендуют усилить наблюдение за своими животными, особенно если те иногда находятся на свободном выгуле. Собака стала более ласковой или наоборот проявляет агрессию, увеличилось слюнотечение, желание что-то погрызть, появилась одышка или хриплый лай, переходящий в вой. То есть нетипичное поведение, и создается впечатление, что оно чем-то подавилось. И поэтому вот тоже хотел бы предупредить, чтобы люди не пытались оказать помощь, подумав, что животное чем-то подавилось или что-то произошло с ним. Лучше обратиться в ветеринарную станцию, вызвать ветеринарных врачей и, соответственно, квалифицированную помощь. Самим жителям врачи рекомендуют избегать любого контакта с дикими животными, даже если те кажутся дружелюбными и ласковыми. Карантинная территория ограничена улицами Трактовая, Мирная, Колхозная, Сюткина, Косёва. Сейчас там проводятся мероприятия по внеплановой массовой вакцинации домашних животных от бешенства. Бригады будут работать по субботам. Специалисты ветстанции просят отнестись к этому с пониманием. Бесплатно привить своих питомцев можно непосредственно в самой ветстанции, которая находится по улице Магистральная, 7. Марина Медвинская, Азат Давлетшин. Время новостей.